Вологодские продукты вне конкуренции. Такой вывод сделали специалисты Роспотребнадзора. Об этом и в целом о продовольственной безопасности речь шла на пресс-конференции, приуроченной к Дню защиты прав потребителей. Подробнее Мария Суворова. Вологодские молочные продукты, мясо, рыба, овощи, яйца. Местному производителю отдают предпочтение не только покупатели. Экспертиза показывает, продукция действительно очень высокого качества. Многие продтовары проходят не только обязательную проверку, но и дополнительную, добровольную сертификацию. Все это гарантия безопасности каждого вологжанина. Так вот, наверное, здесь нужно поставить акцент, что у нас самая хорошая продукция, именно наша вологодская. И это не только с точки зрения, скажем, некоторых, исходя из некоторых чувств патриотизма к той родине, на которой мы живем, да, а это и с точки зрения тех надзора и контроля, которые мы делаем. В целом картину рассматривать, то наши вологодские продукты, конечно, очевидно лидируют именно с точки зрения их качества и безопасности. В том числе и поэтому на вологодский продукт сегодня сделан акцент в торговых сетях. Напомним, городские власти договорились с сетевиками, что доля местных товаров на полках будет на уровне 60%. Сегодня эта планка даже превышена, и по некоторым позициям, например, молочной продукции достигает 90%. Также свежими местными продуктами производители торгуют на ярмарке выходного дня. Она работает каждую субботу на площади Революции. Мария Суворова, Михаил Протасов, Вологда Портал.